Наступила зима, и совсем скоро настанет всеми любимый праздник Новый год. В преддверии этого праздника для жителей Сергиева Посада открылась выставка-ярмарка в спорткомплексе «Салют». Те, кто еще не успел утеплиться, могут приобрести здесь новые теплые яркие головные уборы, шерстяные шарфы, перчатки и варежки. И, конечно же, удобную качественную обувь из натуральных материалов. Отличным дополнением зимнего наряда станет сумка отечественных и зарубежных производителей. В качестве подарка на Новый год маленьким леди можно подарить авторские игрушки ручной работы, а милым дамам постарше – различные украшения. На выставке представлен большой выбор отечественной одежды. Наш бренд «Тинона», который здесь представлен на этой выставке. Волокно натуральное, полусинтетических волокон мы не производим. Вещи все производятся в тренде современной направленности. Значит, это вискоза, это хлопок, это шерсть. Оборудование у нас итальянское. Разнообразие товаров на выставке впечатляет. Каждый может купить не только одежду, но и приобрести различные продукты питания. Пензенские колбасы на выставке пользуются популярностью среди жителей города. Но это далеко не все, что можно найти на ярмарке. Вас также ждет множество товаров для дома, узбекская посуда и ножи, различные пищевые контейнеры. У нас товар представлен очень уникальный. Герметичные крышки, биологически-химический нейтральный полимер, который не выделяет вредные вещества. За счет этого у нас продукты хранятся в 2-3 раза дольше. И если мы, например, квасим капусту, то не надо тряпочку, донышко и гнета, она не будет плесневать до весны и будет хрустящая, даже если перемерзнет. А в герметичных крышках мы храним продукты, особенно те, которые очень долго, быстро портятся. Выставка-ярмарка будет работать с 28 ноября по 3 декабря в спорткомплексе «Салют» с 11 до 19 часов.